Сейчас я перефразирую одно известное высказывание Сергея Довлатова, которым он описывал отношение советских граждан к Сталину. Но на самом деле его слова подходят практически ко всему в нашей жизни. Мы без конца ругаем женщин и, разумеется, за дело. Но все же я хочу спросить, зачем мужчины сами создают себе проблемы в отношениях? Мужчина ждет от женщины, что она будет соответствовать каким-то его представлениям. А когда оказывается, что она этим представлениям не соответствует, то мужчина испытывает разочарование. А откуда вообще у мужчин берутся представления о женщинах? Берутся они из книжек и фильмов. Но вот только женщины в книжках и фильмах очень сильно отличаются от реальных женщин, потому что книжки и фильмы должны продаваться, а на реальных женщин смотреть никому не интересно. Реальных женщин мужчина видит вокруг себя каждый день, но ему-то хочется чего-то особенного. Мужчина хочет верить в сказку. Кстати, у женщин на самом деле все то же самое. Прочитала какая-нибудь девочка, например, сказку про Золушку или повесть «Алые паруса», и вот она уже абсолютно уверена в том, что обязательно встретит какого-нибудь принца. Ну или за ней приплывет капитан на корабле с алыми парусами. Но вот только дело в том, что девочек много, а принцев и капитанов очень мало. И на всех девочек принцев и капитанов, естественно, не хватает. Но вот только принцы и капитаны среди мужчин все-таки есть, хотя, как я сказал, их очень мало. А вот тех женщин, о которых мужчины прочитали в какой-то книжке или которых они увидели в каком-то фильме, в природе просто не существует.